Ну-с. И чем же вы считаете бурлаков? Я судохозяин и вступлюсь за них. Я, если вдуматься, сам такой же бурлак. Мы их считаем образцом грубости и невежества. Далее, господин Карандышев. Все. Более ничего. Да нет, не все. Главного не достает. Вам нужно извинения просить. Мне? Мне извиняться перед господа, вами? Да что вы, ей-богу, господа. Да вы не беспокойтесь, я за это на дуэль не вызову. Цел останется жених ваш. Я только поучу его немного. У меня такое правило. Никогда никого не прощать. Юлий Капитонович, что вы делаете? Просите извинения сейчас же. Я вам приказываю. Я не понимаю. А вы, о чем, собственно? Ну так вы учитесь прежде понимать, а потом и разговаривайте. Сергей Сергеевич, голубчик, ради бога, я на колени брошусь. Извините его.